С первых дней десятой пятилетки ударный ритм. Под таким девизом трудовые коллективы страны готовятся достойно встретить 25-й съезд партии. Коллектив Смоленской трикотажной фабрики – один из правофланговых социалистического соревнования в честь партийного съезда. Улучшение качества продукции – важнейшее направление развития народного хозяйства в новой десятой пятилетке. Обсудив обращение коллектива Калининского комвольного комбината о развертывании социалистического соревнования под девизом «Российским товаром отличное качество», смоленские трикотажники решили обеспечить выпуск изделий только высшей и первой категории, подготовить 7 изделий к аттестации на государственный знак качества. Высокий темп работы на старте 10-й пятилетки взяла бригада швей-мотористок, возглавляемая Мариной Хохловой. Выступив с почином развернуть социалистическое соревнование за право называться бригадой имени 25-го съезда КПСС, Марина Хохлова и ее подруги ежедневно выпускают сверх плана свыше 80 изделий.